Время 21:51. Кстати, я для себя решил меньше матов во влогах. Вот. 21:51, что, народу мало, идешь там. Ну, смотришь, идет конь. Ну, маска, хуйня, ничего ж не видно. Бам! Я просто растворился в ночи. Вот так вот, по щелчку пальца растворяюсь в ночи. Долбоёб! Свет надо было выключить. Начало влога, ёпта. А мы идем суетиться. О, привет. Хуя портал, блядь. На улице снег, но нам похую. Мы ебанутые. Кент, ты должен был открыть, когда свет заберет. Опа! Ебать! Ебать, он меня напугал! Опа! Да, всего лишь минус 8 показывает. Ууу, так тепло! Ой. Как с этой бандурой неудобно снимать? А? А кто крепление от этого? А я отъебал, ну не я. Ну я же сказал, меньше материшь. Вообще, кто крепление, блядь, отъебнул? Я чё-то не понял! Давай, под машину. Бай, на улице прекрасно, я неделю на улице не уходил. Давай, для тебя, блядь, челлендж. Ой, блин. Челлендж, короче. Набери ходы и слай, давай. Прям это, жесткий. Чё творить? Причем ботинок скользит на наждачке, а не это, блядь, не асфальт. Видел, как я охуенно в первый раз зашел. Это жестко. Наждак не держит. Опа, навивчик. Сейчас убьется. Как бы меня не убить. Я ж сказал, он убьется. Пошли до нормального спота. Мы идем до нормального спота. Мы пришли вот на верхнее озеро, мы ходим и гуляем, и хотим проверить лед. Ну, чисто теоретически, вон там кто-то ходил, а там, по-моему, кто-то провалился. Ебнулся и дальше пошел, блядь. Давай, ёб. Ты ж сейчас сам здесь все. Хотя бы. А твердый. Ой, не трескайся. Я бы по приколу вообще сейчас перешел бы. Нихуя ты, блядь, переедь давай. Стояли, я думаю, может на самокате переехать, блядь. Лед? Хуй знает. По льду? Да. Я не горю желанием его. Не, вон следы вообще такие конкретные, кто-то ходил. Mm-hmm. Пойдем по мосту. Холодно, холодно, елочки зимой. Пошли, руки замерзли. Все, он забыл, что я. А потом хуяк? У тебя есть все шансы. Пиздец, что так скользко? П, пиздец. П, пиздец, блядь. П, пиздец. А где он? А где она? Это оно сейчас ударилось? Это оно в который раз отъебнулось. Это оно сейчас ударилось, или мы где-то по пути ее... Ебать прикол, блядь, а как? Просто если сейчас вот в этом белом порошке мы его не найдем, ее, кусок, его. А ты посмотри это, видос, где мы это, вот так руль делали. Поиска Пеги. Пега. Она ж могла отлететь куда-то, ебанись куда? Пега. Мы, короче, посмотрели отснятый материал и поняли, что она вот с этого места отъебнула куда-то вон туда. Причем такой пулей, блядь, я в замедленном, наверное, сделаю. Ебать там пацана плющит. Короче, когда снег высохнет, ой, блядь, растает, кто найдет Пегу,
и принесет мне. Это, блядь, напишет мне ВКонтакте или в Инстаграме. Чикенбургер куплю, блядь. Видимо, найти Пегу не судьба, но нам поебать. Потому что мы замерзли, сейчас мы текучку дождемся. Че скажешь? Ходячие артисты. Вот такое вот музыкальное сопровождение. Идешь и кайфуешь. Вот так вот. Это вам не Европа, это Калининград, детка. Паровай, давай, йоу. Ту-ру-ру-ру. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Важный Петя пилот. Мудак. Короче, вот с того момента, как мы снимали то, что вы видели вот до этого. Прошла неделя. Сегодня мы не катались уже неделю. Да мы не катались больше, но не суть. Мы, короче, приехали, это, в наш любимый... Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Чё так много бетят, рассказывай. Да я, блядь, забыл, как эта штука называется. Кловер, клевер, похуй, в Reddit нахуй, на парковку. Нам, короче, Лёша с Сашей сказали то, что заходите вот с этой стороны, со стороны ступенек, и то, что вы охуеете. Сказать, что мы охуели, ничего не сказать, потому что... Сухо, сухо. Чё, я... Вы про то, что сухо? Нас выгнал Токсик, он забил. Что он сделал? Токсик. Токсик выгнал Токсика. Да. Вот, Лёша сейчас будет клеить наждачку. Наждачку будет клеить. Смотрите, как здесь сухо, почему мы здесь не можем покататься? Токсик уходит. Токсик. Токсик. Привет, Саша! Привет. Стас сломал что-то. Чё ты сломал-то? Да я чё, не знаю. Ебать, оно трётся чуток. Подожди, теперь вторую. Заебись, приехали покататься. Блять, по-моему, мы теперь не вытащим. Все, молодец. Сломал. Там, блядь, а как мы это вытащим? Ну, блядь, пять, два, так и вытащим. Один клеит шкурку. Токсик пришел. Ой, смотри на него, какая красотка, смотри. Ой. Че это такое? Ой! А этот ось меняет. Ты долбоеб, ты не ту ось взял. Зад... Хуя какая-то, блядь, у меня не получается. Мы приехали на другую парковку. Мы уехали оттуда и приехали сюда. Дом нажал, мать потерял. Показываю вам Токсика один раз. Иди нахуй, чё каш. Сам же себя сказал, Токсик. Не буду говорить. Амёба и Шептунов, нахуй. Стой, Черкаш, стой, ты попутал. А кто Стас? А ты кто? Амёба, Шептунов, нахуй. Нет, Стас не Стас. Ну, нажать можно? Да долбоёбы, я нажал, нахуй, паркинг. Коров не прям. А он не едет на паркинг. Мы застряли, пацаны. Стой. Смотри. Так перевес дал. Приказ блокирован. Опа. Приказ Путина или кого? Смотри, нажимаю на пятый. А он нахуй там, блядь, рябчком. А может это по камерам попалили и перекрыли нам путь? А он вообще не едет. Долбоёб. Все, блядь, пизду, ты сейчас его сломаешь. О, нахуй я это сделал. Ты что сделал? Мы едем. Ну куда мы, блядь, поехали? Все, тормози, нам здесь. На остановке сделай, да? Долбоёб, я вообще-то блядь. На себя в зеркале смотрю. Здравствуйте. Здравствуйте. А что мы здесь делаем?
Торговый центр закрыт. А, да? А, да? Здесь ночное заведение работает. Конечно. А что с самокатами? Ну, нет, есть приказ, что нельзя заходить в самокатный магазин? Какой? Конечно. Дейсу нельзя. Я вам говорю. Что нельзя? Да вот из-за этого нельзя. Ну, мы его увидели и не захотели. Нет, с самокатами нельзя. Это является транспортным средством. Правильно? Передвижение? Куда? Куда его писать? Все, идите, ребята, отдыхайте. А можно мы на первый свалим? По факту просто вот такой. Ты сколько их там? А что вы тут делаете? Нихуя себе. Я же сказал, они нам по камерам пропалили. Нахуй ты пищишь, дура. Блять, я его сейчас уебу. Нахуй я сюда пришел. Мы покатались, нагулялись. Мы с другой стороны обошли, просто хотим зайти. Ничего, блядь, ничего. Ничего, все, выходим. Ебать-то мокрый. Выходим, найдем где зуб. Мы туда хотим разве? Не-не-не, обратно, охуеть. Блядь, тормози! Блядь, Саня, он меня отпускал. Ебать, ноги больно. Долбоёб? Со скольких сторон тебе долбоёбом назвать? Тебе долбоёб левый или правый уебать? Чеки, мокро? Мокро, снегу все. Закрывай, пошли дальше. Закрывай, говорю, дальше. Как 2 года, как я спину сломал. Сегодня упал на копчик. Ебать, подскакнул. Мы, короче, покушали, выходим, подняли Лёшу и идем дальше гулять. Спасибо, блядь. А как ты делал? Я подскакнул. Этот нихуяк ебашит. Нет, нет, с моей стороны было так. Я стою, я к нему пнуть. Я стою такой, типа, этот мне что-то хуячит. Я ему хочу с ноги стою, подскакиваю, падаю. Мы идем писать. Чё ты такой токсичный? Иди с ним в один толчок. Сейчас монстр оттуда вылезет, блядь. Отсюда, кстати, воняет у тебя, дыс. Пошел нахуй. Стас, Стас. Пошел нахуй. Да пиздец, парни. Блядь, дыс там до сих пор сыт нахуй. Я тебе сейчас ебало набью, блядь. Бля, я бы на твоем месте сейчас нахуй не смеялся, если ты не знал, что сейчас произошло. Смейся, дурак, дурак, смейся. А мне самокат там, блядь? О, какая забава-то, блядь. Ай-яй-яй! Слышишь, Лёша, если ты телефон уронишь, бьёт толчок, ты полезешь за ним? Ух ты, нихуя себе прикольно. Ебать! Мы идем в квадр. Выживший, блядь. У каждого в классе есть такая девочка. Ты заебал. Ой, нож, пиздец, закончился. Воу, нихуя, прям мимо камеры. Слышь, мама, пизда тебе, ты сейчас квотер с большого полетишь. Ёбаный рот. Блять! Да сука, ты меня заёб, блять! Блять! Сукин ты сын! Да! Да! Ну ладно, похуй, попробуем с камерой в руках. Ебать! На, засними! Засними! Ты чё, еблан? Девочки, вы упали! Чё за хуйня? Здесь рампа разъебана, но не настолько сильно. Чё говорил, бля? Чё говорил, бля? Иду на своём месте. Та самая девушка в классе. Хотя бы ничего страшного. Ебать, тут скользь. Пизда, я уже сколько раз наебнуться успел. Стасян наебнулся, тут ебать скользко. Стас, пизда, оно полностью это заелось. Ух ты, нихуя, нихуя. Я заебался падать. Нихуя там снега. На фаник залезешь? Бля, мне кажется, никто не залезет. И туда сразу, блять, надо было в линию. Кто такая проститутка? Давай тоже сольду. Блять. Давай тут. Дейс, толкал. Нормально. Погнали на фаник.
Блядь, блядь. Прикол. Давай, давай. Блядь, блядь, долбоёб. Пойдём вместе. Слушай, пошёл нахуй, дружок. Тяу-тяу. Ты пойдёшь или нет, блядь, тяу-тяу, девочка? Нихуя. Да, блядь. Блядь, прям в головой. Камеру, на. Ты пиздатый, на камеру. Чё это такое? На камеру. А ты как там оказался? Бросила Ася. Лиза кинула. Слабый. Ай, блядь. Достань свои эти 5000-ные купюры, я сейчас дай свои дозы сниму. Подожди. Денег нет, отстань. Ну, какой же ты охуел. Сука, я сейчас достану деньги. А какие у тебя дела? Что ты делаешь? Куда ты направляешься? Я стою на остановке. Ждешь свой автобус? Да. У меня есть тебе special daily... Ну, предложение, короче, к тебе есть. Из коляна включи. Wait. I don't know. Wait. Wait. Come. Wait. Лиля. Ой. А тут такие снегопады. Так давно в скейт-парке не были. Ноги переломаете. Да не, мы аккуратно. Ну, у нас 3 года назад сломал. Да, я знаю, вон там пацан вот этот, который вышел только что. Он тут ногу сломал. Вот там он. Да, в квотере. Закрой дверь. Блядь, я не хотел. Давай. Раз, два, три. Да похуй, ему нет, похуй. Крепко. Смотрите, какая там глубина. Ебать, там лед длинный. Туда ебать, там лед. Посмотри, какой он толщины. Ну-ка, подожди. Что? Вся доска ушла. Клянусь, нахуй. Вот, потрогайте вот так вот. Вот так поделайте. Вот так поделай. Вот, кто? Ебать. Нахуй, доска, блядь. Смотри. Опа. Чё? Чё, мы-то ничего. Щенок сыпал. Не зря мы их обошли. Он ему въебал? Стиль въебал. Они друг друга, нахуй не въебал. Ну чё ты на лестнице ещё не опустилась? Он не заметил то, что он... Ты засмеялся. Беги нахуй. Беги нахуй. Они за нами, блядь. Пацаны, они разгоняются. Ебать, они бегут смешно. Пацаны, они ебать быстро. Ёбнулись. Они в тачку уебались. Ебать, они ёбнуты. Вы слышали, как они заорали? Ебать, они побежали смешно, поскользнулись, блядь. Нас чуть не убили, блядь. Ебать, царь горы Гусага. А, несите сами. А вон еще одну. Не, на ногах пиздец. Ебать! Ксюша, поехали. Ебать, он уехал. Раз, два, три. Ебать! Блядь! Ой, блядь! Ну да. Да если ты токсик. Нихуя. Нихуя себе. Давай с разбега. Поехали, Ляшка. Куда нахуй? Ты на мне ехал. Реально? О, ну Одессе так не жалко, блин. Крутой. Короче, вот такой какой-то видос вышел. Вообще непонятно, что там было, что чего. Ну, короче, спасибо за просмотр. Это пока.